Значит, два слова, вы знаете почему, там, кто был, нет. Главное наше прикрытие – это вертолеты. Вот помните, выступал Сашка, да? Он не смог приехать, он оформляет здесь на постоянно на ПМЖ в Россию. Он геройский вертолетчик, очень скромный, вот помните, вот тогда. Вот поэтому несколько песен. Если уж про все, а там все рода войск присутствовали в Афганистане, даже морская пехота. Вот. Не слышен невесом кружится снег над крышей, затянут в облака полночный небосвод. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Что было в том году, дороги, да дороги, да скрежет на зубах горячего песка, и новые друзья, и старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска, и новые друзья, и старые тревоги и мины под ногой, и пули у виска. С гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил в унисон с аккордами души, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. Плывет, качаясь, вальс над древними горами, не ведая границ, не зная тишины, мы бредим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы бредим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук, шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, нету в звуках фальши, кончающийся год не зарастет бельем. Играй, пилот, играй про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Играй, пилот, играй про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас громко подпоем. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Не
слышим, невесом кружится снег над крышей, затянут в облака афганский небосвод, звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив приходит Новый год. Спасибо. Теперь остальные песни, похоже, все получаются про пехоту, царицу полей. Но лучший род войск, которых я знаю, древнейший, и вы тоже это прекрасно знаете. И поэтому все остальное про пехоту. И неважно, как на воздушной пехоте, морская пехота, это те, кто большую часть своей фронтовой жизни или на брюхе, или на ногах проводит. Или ползает, или бегает, или землю копает и воюет. Города нас зовут мотопехота. Здесь это товарищи Мура. Мотом и в горах до поворота, а за поворотом пехтура. Эх, пехота, матушка пехота, черт побрал бы этот поворот. В горшли была почти что рота, с гор спустились стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет и какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка пехота, тяжелые погоны на плечах, в бой идем, как будто на работу. Не дай бог вернуться в цинкачах, в бой идем, как будто на работу. Не дай бог вернуться в цинкачах, кораблем, а может, самолетом. Куда надо, высадит десант, но если только летная погода, если не бушует океан. А пехоте, матушка пехоте, на бураны, штормы наплевать, для пехоты нет плохой погоды. Всякая погода благодать ядрёна, а для пехоты нет плохой погоды. Всякая погода благодать. И вроде когда и работы нету, и все закончены, так давайте выпьем за пехоту. Грозную владычицу полей, за ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей, за ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей. А выпить не, почти всегда не получается. А, да. БМП взревели по тревоге. Эх, опять вся водка по усам. Кто-то там нуждается в подмоге. Ну давай, водила, по газам. Кто-то там нуждается в подмоге. Ну давай, пехота, по газам. Спасибо. Еще одна. Ну, никто не знает на войне свою судьбу, и невозможно, и никто не рассчитает, ни в каких штабах не предугадают. И какие приказы последуют, никто не знает, но задача воевать и приказы выполнять. А там уж как карты лягут. Это тоже о пехоте, которая лезет в горы. Задачи есть, маршрут выложен, и что с ним будет, никто не знает. Так и называется песня «Маршрут судьбы». На востоке области туман, горы занавешены туманом, по горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном. Но пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, горький военторговский Памир, у подножья горного Памира,
И на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршрутах судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. Генералу вызван командир уточнять маршруты и задачи, а мы сидим, глядим на этот мир. Наш маршрут пока не обозначен. Вот такая, братцы, пастораль. На войне есть тоже пастораль. Занесло ребят в такую даль, где они от роду не бывали. Где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. Вышел озадаченный комбат, увеличить требует БКшки. Орлам, что в воздухе кружат, с высоты он кажется букашкой. Орлы добычу стерегут, им орлам плевать на вертолеты, чьи турбины скоро заревут и поднимут в небо нашу роту. Где на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. И внизу раскинутся поля стеганым лоскутным одеялом. А? Да-да, спасибо. Скудная, но все-таки земля. Действительно скудная, черт возьми. Но лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, уйдут, прогудев натруженно винтами. И ребята встанут на маршрут к точке где-то там под облаками. И на маршруте судьбы верстовые столбы укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. Значит, описание той провинции, которой, где мы там были, это Бадахшан, провинция Файзабад. Значит, песня тоже о пехоте, все ножками. БМПхи там не лазят, БТРы тоже, вертолеты летают, но земли видно лучше, объект четче определяется, и стрельба прицельнее. Но это надо доползти. Поэтому описание всего этого. Прекрасной этой картине. Файзабад – прекрасный город, переводится. Файзабад там. Файзабад, Файзабад, не заради наград мы тебе этот год подарили. И лежишь ты в горах, у Памира в ногах, порыжевший от солнца и пыли. И лежишь ты в горах, у Памира в ногах, порыжевший от солнца и пыли. Облака уплывают в родные края, ветер пахнет черешней и хлебом. Тополя над Кокчою шумят, упираясь верхушками в небо. Тополя над Кокчою шумят, упираясь верхушками в небо. Что столетия, что миг, караванщиков крик так же эхо в горах повторяет. И верблюды бредут, куда тропы ведут, меж горбами пуштунок качая. И верблюды бредут, куда тропы ведут, меж горбами пуштунок качая. Летний вечер упал на расщелины скал, камни песни поют, остывая. И опять до утра над Кокчой трассера, как сгоревшие звезды мелькают. И опять до утра над Кокчой трассера, как сгоревшие звезды мелькают. Файзабад, Файзабад, мой товарищ и брат, мы не зря тебе год подарили. Файзабад, Файзабад,
Ты и рай был, и ад, но таким мы тебя и любили. Файзабад, Файзабад, здесь и рай был, и ад, но таким мы тебя и любили. Мы прощались с Файзабадом. Это был, да, как раз 23 февраля 83 года. Все загрузились. ГАЗ-66, 3 тонны боеприпасов, БТР-1 туда. Нет, БТР сам пошел. До Кабула-таки дошел, а другой ему полку сдали. А третий на запчасти. Там, вот. А тот дошел своим ходом. Застрелился правый летчик на вертолете. Сидел, книжку читал, «Ожерелье королевы», достал Макара, застрелился. Все ругались. Ну, я рассказывал эту историю, наверное, да? Все вертолетчики, друзья, выходили и говорят, вот, сука, вчера ведь зарплату получил, деньги вот, и ботинки новые выдали. Ну, отдал бы кому, тебя у него просил, не дал. Отошел бы корыку, там бы себя прикончил, че он всю кабину мозгами залил, ругались. Но на войне же вот это дело. Юрий Иванович тогда обеспечивал охрану. Я приезжаю, там народ с пулемета выставлены, сбился с кучей афганских женщин. Думали, что снайпер, а он сам потом оказался. Ну, в общем... Улетали мы трагически, потому что с неба не дались улететь. С неба посыпались особисты, еще проверяющие, с полка, как выяснять чего. Поднялись в воздух ночью уже, долетели до Кундуза. А дальше была уже Кабул и Москва. И все кончается. А вот прощание туда. Вот я написал такую песню «Прощание с Файзабадом». Еще не сели нигде, и даже до Кабула не долетели, просто так. Уже на собранных вещах сидели. Земля качается, 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 и вертолеты набирают высоту. И мы прощаемся, 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 и Файзабад уже теряется внизу. И мы прощаемся, 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 и Файзабад уже теряется внизу. Здесь только было боевых друзей, товарищей. С ними хлеб и соль делили пополам. Мы вместе шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и ходили по горам. Мы вместе с ними шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Здесь столько было нами пройдено, и столько было и здесь испытано тревог. А впереди у нас Кундуз и дальше Родина, и перекрестки неизведанных дорог. А впереди у нас Кундуз и дальше Родина, и перекрестки неизведанных дорог. Где б мы ни встретились, в Европе ли, в Австралии, мы снова мысленно оглянемся назад, когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. И все кончается, 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 и самолет уже теряет высоту. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. Это про пехоту. На незримых фронтах необъявленных войн нету пауз. Кстати, за эту песню, когда ничего не было, ее просто изуродовали. Что за зверства такие? Ну, поймете, почему. Это группа выпускала в текстах там это. Ну, там вы поймете, что там, чего они исправили. Гуманитарии наши, значит, военные братья большие. Что-то мне понравилось. Ну, как помните, на Новый год кто был, да? Женщины кричали, крови хотим. Я обалдел, ну куда еще-то? На лирику. А все хотят крови. Про залитый полуполы, убийство Амина, это все. Так я удивился, ладно, мужики кричали бы. Вот поддержали-то вы, вот все. Я даже, кто был со стороны Пшеничного, то ли, там, те тоже про
Швейцарию, про внешнюю разведку. Все захотели крови. Надоела всем мирная жизнь. Я не думал, но я горжусь, что у нас женщины такие воинственные, ей-богу. Можно спать спокойно, пока в России есть такие женщины. Ну, там, понятно, горящие избы, кони на скаку. Крови. А я там все еще использую. Откуда амазонки взялись? Отсюда вон, из центральной, из Нечерноземья идут. Там, ну, да ладно, да вот, значит... Да вообще-то все народные земли от женщины произошли, как ученые все мир уже 200 лет, как знают. Кто не верит из мужчин, посмотрите на себя в зеркало после душа. И объясните, зачем вам, мужики, некоторые, и откуда здесь, некоторые у вас чисто женские принадлежности организму? Ну, понимаете, каждый день видит, никто меня не обращает, так и надо. А ведь Господь Бог там, Он же по своему подобию создал. И возникает вопрос, а кто же тогда пол-то, какая у него? Гендерная ориентация у Господа Бога. Зачем ему молочные железы, вот откровенно говорю, даже рудиментарные? А мы подобию, церковь утверждает. Ну, я, например, очень рад этому. Я действительно от женщины произошел. Мама ее, Зоя Михайловна звали там, и все мы. Если она была первой на земле, пусть даже живородящая, это замечательно. Это лучше, чем толпа мужиков с промытыми мозгами. Лучше женщины. Они нормальные. Гораздо лучше. Они не воюют. А если воюют, так сразу, без этих, без дипломатии, сразу. Пример израильский спецназ, чисто женский. Или личная гвардия Муаммара Каддафи. Встречал с ним лично, вообще внимание. Как пуштунки не обращают. Хоть ты с пулеметом рядом с ними стой, там ничего. В Афганистане? А? Вьетнамцы тоже резали. Все друг друга режут там. Да. Нам там есть спецназ такой, будь здоров. Но спецназ нас, его сейчас фильм сняли. Дурацкий батальон, совершенно дурацкий. Юра у нас этот самый. Говорит, надо петь, ничего не рассказывать. Ну да я рассказываю о том, что кто мало все, что знает, или не обращает внимания на некоторые наши похожесть на женщин. Вот никто не обращает внимания. А почему везде по матери там национальность, а у нас отчество только отца и фамилия отца? А где же вы-то наши, матушки родные, от кого мы, собственно, родились-то? Ни в одном паспорт не найдешь поминания. Где вы? Нет вас. Авраам родил Исаака, Исаал Ганимеда. И так до сегодняшнего дня. Иванов родил Иванова, Петрова, Сидорова. А где там мадам Иванова? Нет. Ну, неважно. Это философский вопрос, который никого не мучит, что все знают. И все догадываются. И женщины, видите, города какие. Они знают, кто главный на земле-то. И правильно, я за вас. Так что вот тянет иногда вот туда, куда тебе и ходить-то вроде нельзя. К чему это все так долго? Приезжаю с войны иногда, не всегда. Да все, я третий. Нет, я к тому хочу... Я вступление к небольшой песне, которую хочу сейчас петь эту песню. Это Афганистан. Даже две песни. Потому что любовь на войне. Это тема вечная. Крови там понятно, все интересно. Любовь без любви, без крови как бы и не бывает. Бывает. Ностальгическая такая. Иногда после войны ноги заносят, и память черт знает куда, куда тебе и ходить было не нужно. Вот такая песня. Здравствуй, это я. Прости, без приглашения. Но сегодня 5 февраль. Я хотел тебя поздравить с днем рождения. Что, давно не празднуешь, а жаль. Постоим немного у дверей. Я лишь на минуточку, прости. Так бывает в жизни у людей. Вновь пересекаются пути. Да я посмотрю в твои глаза. Помнишь, я когда-то в них тонул. Помнишь, как однажды нам разлуку нагадал авиабилет Москва-Кабул. Сколько зим и столько долгих лет, если год за три пересчитать. Я не упрекаю, что ты нет, не имею права упрекать. Как живешь? Надеюсь, все в порядке. Замужем, писали мне друзья. Помнишь, как когда-то в старом парке прятались под кленом от дождя? Я запомнил вкус того дождя.
на губах испуганных твоих. Да не смотри тревожно на меня, я от этих губ давно отвык. Очень изменился, что же может быть, старит нас чужая сторона. Там живут, не прячась от судьбы, потому до срока седина. Что тебе расскажешь о войне? Надо ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе, если будет следующий раз. Счастлива ли ты? Вопрос из киноленты. Где Геродев сводит хэппи-энд? Так в кино, а в жизни проездные документы. Снова на Кабул, через Ташкент. Вон гудит таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему на чай. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлива, прощай. Спасибо. На незримых фронтах, необъямленных войн, нету пауз и нету антрактов. Все гремит над землей, нескончаемый бой лязг затворов и танковых траков. И к прикладу в плечо претерпелось уже, принимая отдачу тугую. Этой ночью мой друг на ничейной меже принял в сердце случайную пулю. Он в разведку вчера уходил налегке, все шутил, что Афган не Европа. Вижу стертый каблук на его сапоге через влажный зрачок перископа. Только слезы к чему, не мужской разговор, мы помянем его по-другому. Из душманов, что прячутся в трещинах гор, ни один не вернется до дому. Так значит, пленных не брать, значит, будут дела, значит, будет стервятникам пища. Вон зеленой лентой ракета пошла. Мы идем к тебе, слышишь, дружище? Мы поднимем тебя на скрещенных руках, донесем до борта вертолета. Камнепадом откликнется эхо в горах на трехкратный салют нашей роты. Камнепадом откликнется эхо в горах на прощальный салют нашей роты. Так, а две... Я не знаю, как со временем, две большие песни. Она, собственно, баллада о двух братьях в двух частях. Я не знаю. Значит, была написана первая часть о том, как мой друг возвратился с войны с Афганистана, а вторая часть, несколько годами спустя, война еще не кончилась, о том, как ему вручали орден Красной Звезды. Первая называется «Баллада двух братьев». Вот она. Я братьев двух когда-то знал. С одним в Афгане воевал. Ходили к черту на рога и ведьмам зубы. Стрелять он был большой мастак. Здесь и шагов менял пятак. Был по натуре весельчак, хоть виду грубый. А старший был обществовед. На все вопросы знал ответ. Имел отдельный кабинет, машину, дачу. Жил то в Париже, то в Москве. Имел семь пядей в голове. Да дело даже не в уме. Поймал удачу. И вот, когда, закончив срок, мы все покинули Восток. Домой вернулись те, кто смог дойти до цели. Имелся к старшему меньшой, все ж как-никак, а брат родной. Тот накрывает стол большой, мол, ждал и верил. Нам спирт окопный глотки сжег, а здесь французский коньячок, и корка, семга, балычок, язык телячий. И провожали нас, чему-то вспомнил я, как провожали нас друзья, чеснок, четыре сухаря и фляжка чачи. Меньшой сидел и молча пил, тут старший тост провозгласил и выпил из последних сил за тех, кто в море. И, повертев на свет стакан, сказал Икая: «Слышь, братан, да брось ты свой Афганистан, он не в фаворе».
Пройдет каких-то пары лет, его забудут, был и нет. Твой автомат и пистолет глупцам забава. Иные нынче времена, другие цели и цена. Кому нужна твоя война? Ну что ты права. Бери пример хотя бы с меня. В героях не был я ни дня. А посмотри, моя семья в шелках и славе. Имею в обществе престиж. То в Лондон езжу, то в Париж. То в Риме с месяц погостишь, а то в Оттаве. Тут младшего тяжелый взгляд его прервал. Отставить, брат, я не политик, я солдат, и мне до дверцы. Вся философия твоя и золотая чешуя гнилых сентенций. Да что ты знаешь о войне? Вы здесь погрязли в барахле, и лозунг «Я тебе, ты мне», как песня вам. А на иного подлеца вполне хватило бы свинца неполных 9 грамм. Иной до титулов дорос, а как дорос, еще вопрос. Здесь главное по ветру нос держать умело. А я хотел бы посмотреть, какие песни станет петь он там под обстрелом. Чтоб ты в Европу ездить мог, дань кровью брал с меня восток. Да я больше износил сапог, чем ты, Штиблетов. Ты там в арабскую кровать с женой ложился почевать, а здесь привык на камне спать. Я с пистолетом. Мой друг не мастер говорить, умел он спором трезвым быть. Но вижу, начал заводить его браточек, и друга я увел к себе. По избежании ЧП мы с ним бродили по Москве до самой ночи. Какая бы ни была беда, мы слез не лили никогда. Обиды горькая вода, бойцу опасно. Вдруг, стиснув зубы, соль глотал. Что думал он? О чем гадал? А я думал так же и молчал. Все было ясно. Потом судьба нас развела, его на север увела. Меня замучили дела, работа, дети. А брат его обществовед в Париж уехал на 5 лет. Он там большой авторитет, в посольстве 3-й. Уезд, песню, это продолжение. Не прошло и 2 года, как нашла награду героя, и Сашка получил этот орден в военкомате. Торжественной обстановке. А я дождался его у двери там. Ничего мне в военкомате делать. Я в военкомат не стоял. Только еще комиссию прошел, больше с военкоматом. И сейчас не стою ни в каком военкомате. И вообще нигде, чем очень рад. Ну, в общем. Крас звезды орден. Разожми кулак, сведенный друг, товарищ. Пусть засветится эмалевый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ и разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злое небо чеквардака, догорающий на склоне вертолет, как захлебывалась 5-я атака, и как кто-то грудью лег на пулемет. Но эти за столом под образами, за скатеркой из зеленого сукна, не они тебя на рейды провожали, не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся непманы, прожигающие частный капитал. Нам отпустит все грехи официантка и под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, а я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, кто-то памятник при жизни возведет, кто-то в спину нам пролает недобитки, а кто-то руку понимающий пожмет. Помнишь Пашку, а Валерку из Баграма? Оба в 81-м полегли. У Павлухи только старенькая мама. А Валерка звал невесту Натали. Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины. А ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной. Так на фронте обмывают ордена. Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины. Ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте обмывают ордена.
Выйдем в полночь, постоим под фонарями. У бессонницы забвения не проси. Отвези нас на свидание с друзьями. Несговорчивое позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком мы суровые на вид? Но подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком мы серьезные на вид? Но подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид. Спасибо. Еще одна песня, значит, она... Ну, дело в том, что в 81 году из второго главного управления я был, как от неугодного, был направлен в разведку. Сбылась мечта старинная, и сразу попал во вновь только что организованный вымпел. Так что в этом году, 19 августа, исполняется сколько там, с 81-го, сколько получается, 35 лет уже, да? Да, так что 35 лет, и вот, и мы закрывали, я не знаю, хорошо или плохо, да, наверное, хорошо. А может, плохо, потому что без нас как-то там все и не заладилось. Поэтому 20 лет было вымпелу. Эта песня называется «Последний каскадер», нас называли, это тогда еще давно написано. «Последний каскадер», «каскадер» — это не... Трюки-то мы, конечно, делали такие, совершенно секретные и разные, но не в цирке, а в поле, везде, где приказано, значит, еще как. Делали, значит, вот был президент и нет президента. Вот почему нас разогнали в скорости, потому что какой и чей президент, разницы не было для вымпела, и сейчас нет. Нет, сейчас-то есть, сейчас они там с терроризмом борются, а так, в общем-то, не для того такие деньги были вгроханы Андроповым и всем Советским Союзом, что мы там щадили кого-то, кого приказано убрать. Поэтому и развалили. Теперь смело вместе с МВД боремся с террористами. Хотя покойный Петенищев заявлял давно еще, что вот с террористами должны террористы бороться-то. Вот не пустили нас в Израиль туда по приглашению, потому что сказали, что мы террористы. А я честно писал, вот, ну, диверсионный там все. Что писать-то? Номер 35670, войсковая часть, проверю же, Моссад такая. Там и шинбеты, там все эти. Я честно писал, думал, что, ветеран войны приглашал. Того, Отечественной войны, ему 93 года, он чемпион мира по бегу на 10 километров среди тех, кому за 90. Золотая звезда Израиля. Петр, это самый, Семен Израилевич Симкин фамилия, вот, замечательный, фронтовик еще, артиллерист здесь. Вот он приглашал, не послушали. Мне сказали, там приказ террористов. Да я не террорист. Вот я там вообще-то контрразведка в основном больше всего. Говорит, ну у нас, вы здесь этот диверсант, а у нас вы называете террористом. Правы же там, кто такой террорист, кто диверсант. Как кто-то за рубежом называется русский шпион, а здесь называется разведчик. И наоборот, американский шпион у нас называется. Американский разведчик называется шпионом. Ну это все понятно. Смотря откуда смотреть на предмет. Ну а вот легендарный четвертый каскад, о котором он был самый большой, самый боевой. Я почему так и разговаривался? Ну, потому что в этом году вымпелу, создателю, первому вымпелу, который был боевым и сугубо террористическим, диверсионная разведка. Там, значит, я хочу спеть песню, посвященную. Вот и все, закончена работа, идет среди афганских гор. Каскадер четвертого залета и последний самый каскадер. Каскадер четвертого залета и последний самый каскадер. Без брони идет, без автомата, весь багаж, рюкзак да чемодан. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. По кабульскому аэродрому
Он идет, не чувствуя весны. За 4000 верст от дома и за 200 метров от войны. За 4000 верст от дома и за 200 метров от войны. Он почти у трапа оглянется. Остановится и на момент отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины, а может, просто до смерти устал. Смотрит он на горные вершины, среди которых жил и воевал. Смотрит он на горные вершины, среди которых жил и воевал. И когда, прервав минуту эту, дружески махнет ему пилот, он, щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. Он, щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. И под рев турбин родного ила, боевых традиций не забыв, с бортмехаником по кружке шила, без закуски выпьет за отрыв. С бортмехаником по кружке сшила, без закуски выпьет за отрыв. И уже под мирный гул моторов, по дороге к дому и весне, будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будут в снах тех рейда и засады, БТР дрожащий горячо, и блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. Тот блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. Будут снах у каскадера горы, весь дыму Хайберский перевал. Не будите, люди, каскадера, он свою войну отвоевал. Не будите, люди, каскадера, он свою войну отвоевал. Юрий Алексеевич, сколько времени еще есть? Ой, моя роза. Ладно, тогда заканчиваем войну. Песни, которые написаны в конце войны, и они посвящены окончанию. Та война нам казалась вечной, 9 долгих свинцовых лет. Автоматы швырнув за плечи, возвращается из-за речки ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Нас не встретит салютом столица, вскользь помянут столбцы газет. Пыли пот на усталых лицах, возвращается из-за границы ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Нам побед и потерь хватало, на войне привилегий нет. Ни солдату, ни генералу воедино судьба связала. Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Будет память тоской ранима, но сегодня на грусть запрет. Вот колонны проходят мимо, погляди же в глаза любимым. Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Та война нам казалась вечной, 9 долгих свинцовых лет.
автоматы швырнув за плечи, возвращается из-за речки ограниченный контингент. Вторая песня из того же серии, они одновременно были написаны, только одна в 88-м, начало вывода, а вторая в 89-м, когда вывод последний был. И 9 лет ветра чужой земли нас гнули и ломали, и косили. Мы до границы вечности дошли, а многие ее переступили. Тюльпаны на броне, прекрасен этот мир, где нет свинца летящего вдогонку. Но лишь вчера последний командир последнюю отправил похоронку. Но лишь вчера последний командир последнюю отправил похоронку. Последние 100 метров над рекой, 100 метров между миром и войною, и командир усталый и седой прощается с последней бронёю. Тюльпаны на броне, прекрасен этот мир, и нет свинца летящего вдогонку. Но лишь вчера последний командир последнюю отправил похоронку. Но лишь вчера последний командир последнюю отправил похоронку. Последний раз в огневе оглянись и повинись, коль есть вам чего. За что виниться и памяти ушедших поклянись, что это никогда не повторится. Тюльпаны на броне, прекрасен этот мир, где нет свинца летящего вдогонку. Но лишь вчера последний командир последнюю отправил похоронку. Но лишь вчера последний командир последнюю отправил похоронку. Пусть захлебнутся радостью сердца, но на минуту радость переспоря, взгляни солдатской матери в глаза, которые повыцвели от горя. Тюльпаны на броне, прекрасен этот мир, где нет свинца летящего вдогонку. Но лишь вчера последний командир последнюю отправил в похоронку. Но лишь вчера последний командир последнюю отправил в похоронку. Эта песня, я, по-моему, не пел. Я пел ее тут до начала концерта. Но это замечательная песня. Это о том, о чем все думали и что хотели. Это не моя песня. Знаю кто, но так обещал никого не называть. Так что просто хорошая песня о войне, об афганской. Старый друг, что-то вдруг захотелось с тобой поделиться тихой грустью по милым и схоженным с детства местам. Странный сон в унисон этой грусти порою мне снится, будто здесь мы с тобой, и как будто бы все еще там. Там, где косы берез, теплый ветер в ладонях полощет, там, где россыпи роз жемчугами в высокой стерне, там, где жизнь нам казалась значительно легче и проще, чем сейчас, в этот час, необъявленный этой войне. Сон не смел, улетел он, как облачко в призрачной сине, охнул близкий разрыв и на землю смертельно сел. Старый друг, новый круг нашей жизни начнется в России, горькой памятью сердце о тех, кто дожить не сумел. Старый друг, что-то вдруг захотелось с тобой поделиться тихой грустью о милых и схоженных с детства местам. Странный сон, унисон
Этой грусти порою мне снится, будто здесь мы с тобой, и как будто бы все еще там. Спасибо. Есть одна. Одну песню, она... Сейчас. Время есть, хочу одну песню. Она про войну. И в то же время про то, что на войне происходят иногда такие вещи, которые в мирной жизни не случаются. И встречи такие, которые не происходят, несмотря на то, что Земля достаточно маленькая планета. А вот на войне, как ни странно. В общем, это песня про любовь, которая... Ну, там каждый может догадаться. Сергей Гордеева, он не был в Афганистане, но он точно знал то, что там происходит, и переживал за все за это. Наши взгляды на войну с ним расходились, но когда его не стало давно, а мы огромное количество песен, больше 1500 он там написал, просмотрели. У него много песен по Афганистану. С чем-то можешь соглашаться, не соглашаться. Но вот с этой песней, сейчас я вам ее пытаюсь спеть, она очень простая, очень хорошая песня о том... Так. Вот она нашла. Так. Просто прошу прощения, я никак не нашел уже. Так. Ольга Алексеевна, помоги. Где свет там? Что-то я не вижу. Где Света? Это в конец. За дальней речкой. Маленькая заминка, прошу прощения. Столько листочков, что я тут... Так? Нашла? Это нет, это этот. Корнет. Это не то. Это конец. Это конец. Ему конец. Это... Вот я и говорю. Не знаю. Вот что скорректировал. Ага, здесь есть, так? И конец. Вот, спасибо. Вообще просьба, по ручкам успею. Вот он так. Ладно, я пока с этой. Значит, это, еще раз хочу сказать, эта песня простенькая о том, как случайно на войне не только происходят разлуки на века, но и совершенно неожиданные встречи. Иногда с тем встречаешься, такое удивительное дело на войне, о котором не подозреваешь, что на свете он существует. Вот это такая песня. Называется она просто «Света». Называется эта песня «Света». Что там вы поймете, что там происходило в Афганистане. Я смотрю на фотокарточку, там на ней наш старый дом. Мы с девчонкой в белом фартучке первый раз, первый класс идем вдвоем. У нее косички-бантики, я несу ее портрет, портфель, но все же были мы романтики. Где романтика теперь? Света, Света, сотканы из света ты, где вы, кудри русые, зеленые глаза? Где ты, памятное лето то, нам, моя хорошая, забыть его нельзя. Все мечтали стать героями, смелым беды нипочем. Я, конечно, стану воином,
станет девочка врачом. Мы с девчонкой дружбой связаны, всюду были заодно, по деревьям вместе лазали, вместе бегали в кино. Света, Света, сотканный света ты, где вы, кудри русые, зеленые глаза? Где ты, памятное лето? Нам, моя хорошая, забыть его нельзя. С годами повзрослели. Но с годами повзрослели мы. Вот уже десятый класс. Наша дружба не потеряна, перешла в любовь у нас. Кто же знал, что жизнь завертится? Разбросала всех она, но опять поможет встретиться нам афганская война. Света, Света, сотканный света ты, где русые зеленые глаза? Где ты, памятное лето то? Мне, моя хорошая, забыть его нельзя. Был в бою жестоком ранен я, но спасли меня друзья. Медсанбате на свидание вдруг пришла любовь моя. С грудью я лежал простреленной, неудачный был тот бой. Но любовь в халате беленьком наклонилась надо мной. Света, Света, сотканный света ты, где вы, кудри русые, зеленые глаза? Света, Света, помнишь наше лето? Мне, моя хорошая, забыть его нельзя. Я в бреду на койке маялся, смерть меня толкала в гроб. Кто мог знать, что так получится, что положит мне на лоб свою руку эта женщина и забьется сердце вновь, но с другим уже обвенчана моя первая любовь. Света, Света, сотканный света-то, глажу кудри русые, гляжу ее в глаза. Где ты, памятное лето? Надо бы забыть его, да вот никак нельзя. Такая песня. И еще одну песню. Песня Сергея Гордеева. Она не имеет отношения к Афганистану, но она имеет к истории всего, что происходило за 20 век и 21 сейчас происходит у нас. И песня эта называется «Гитара». Гитара, там понятно, какого времени это идет. Это так, как у нас называются белогвардейские песни. Но ведь война не кончилась, Первая мировая. Она же только в самом разгаре, неудачно для нас. Поэтому эта песня называется просто «Гитара». А, есть, спасибо. Что-то весь я этот самый. Но это не грипп, это от чувств. Еще раз повторяю, не разбегайте пока. Когда я услышал первый раз ее в исполнении самого Гордеева, лучшего автора не исполнить никогда ничего, потому что не знаешь, о чем он думал. Я подумал, что эту песню где-то уже слышал в виде романса. Проверял, и там месяца три, ничего подобного нет. Ну вот, я попробую воспроизвести. Очень красивая песня. Или романс. Ушли мы от красной погони, метель все следы заметет. Придется в разрушенном доме встречать 19-й год. Пылает в старинном камине разбитый узорный паркет. В чердачной пыли, в паутине, гитару нашел наш корнет. Корнет, приласкайте гитару, ведь вы в этом деле мостак. Вы с дамой отличная пара, хоть был ей приютом чердак.
флаг в трещинках, пол рваной струны, но женщину надо любить. Тогда она голосом юным опять запоет, может быть. Гитара, 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 не надо грустить о былом. Расстрелян хозяин ваш старый, и умер разграбленный дом. Влюбитесь в мальчишку из скуки, и грусть постепенно пройдет. Он вам свои тонкие руки на талию нежно кладет. Ах, как эти струны звенели под тонкой умелой рукой, и люди усталые пели о жизни, о той, о другой. Полковник в сердцах прослезился, дом вспомнил он в Питере свой, седой головою склонился на сабле и фес золотой. Седой головою склонился на сабле и фес золотой. Ну что ж, господа, в наших кружках сегодня шампанского нет, но все же за вашу подружку мы тост поднимаем корнет. Как золушка, золушка, ждущая бала, скрываясь в чердачной пыли, она вас, корнет, ожидала, и вы к ней сегодня пришли. Прошли мне мы все ужасы ада, безумной гражданской войны. Блестят на мундирах награды, но родине мы не нужны. Георгиевские кавалеры, гонимая белая рать, виват, господа офицеры, нам рано еще умирать. Виват, господа офицеры, нам рано еще умирать. Снег рвется в разбитые двери, метет над Россией пурга. Кто знает, что будет расстрелян полковник в подвалах ЧК, что власть заберет пролетарий, и что через несколько лет в парижском кафе на гитаре играть будет нищий корнет. В парижском кафе на гитаре играть будет нищий корнет. Но пока в дворянском заброшенном доме нас зимняя ночь застает, ржут в зале уставшие кони, и где-то хрипит пулемет. В старинном камине пылает разбитый узорный паркет, и нам на гитаре играет безусый мальчишка корнет. И нам на гитаре играет безусый мальчишка корнет. Все, спасибо. Спасибо. А? Ну все, мы заканчиваем. Да. Спасибо, это Сергей Гордеев, память. Вы знаете, я песни кожат, пытаюсь по одной, по две петь. И мы скоро пытаемся, скоро взять пластинку. Его не должны забыть, он поет лучше многих и многих и пишет. Просто он был настолько закрытый, что не часто выступал на концертах, а написал много хорошей песни. Ставшу вам аплодисменты, я вот адресую Сереге, он там все слышит. Так что спасибо вам. Еще раз с наступающим праздником. А батальонную разведку. Да тут. Человек первый раз видит Иисус, это твой концерт, я его пригласил. Ладно. Сейчас, Серега. Я ты что? Ладно, там. Я батальонную разведку. Я забыл уж, как она поется на самом деле, на пластинке только. Потому что в хоре там все, кто поют, и я вместе с ними. Черт, че. Ну ладно. Там. Попробую там. Попробую. Но она к Афганистану отношения не имеет, я честно говорю. Она... Да. А на войне, как на войне, а нам труднее там вдвойне, едва взойдет над сопками рассвет.
Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если так случится вдруг, навек тебя оставит друг, не осуждай его, война тому виной. Тебе наш ротный старшина отдаст медали ордена разведки, заработанные мной. Тебе наш ротный старшина отдаст медали ордена в разведке, заработанные мной. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, гурьбою сядемся за дружеским столом и вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, недолюбил, и чашу полную товарищам нальем. И вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, недолюбил, и чашу полную товарищам нальем. И мы припомним, как бывало, в ночь шагали без привала, рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Батальонная разведка, мы без дел скучали редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Спасибо. Большое вам спасибо. 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 Это вам, вам спасибо за то, что пришли, за то, что вы есть у меня. Я рад встрече с вами. И в апреле, по-моему, 3-го, там где-то, да? 2 апреля. Приходите. Обязательно. Всегда вас жду. Вот здесь же, на том же месте, раз в 2 месяца. И спасибо вам за то, что вы пришли. И мне есть чем возвращаться завтра в деревню, где, как я уже говорил, кроме собак общаться нечем. И родных душ нет. Вот они все здесь. Вот, вот. И вся моя семья и кислород.